И вы знаете, это место в расселине скалы, оно сейчас пустует. Оно все еще есть, есть эта скала, есть место, куда может прийти голодный по Богу и сказать: «Бог, я хочу увидеть Твою славу». Давид молится в 60-м псалме, несмотря на все уныние, на все борения его сердца, он говорит: «Внемли воплю моему, от конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего, возведи меня на скалу для меня недосягаемую». И в этом секрет. Своей рукой я буду.